Так, приветствую, уважаемые друзья. Меня зовут Андрей Веселов, вы уже, наверное, знаете. И сегодня я бы хотел выступить необычным образом, поскольку у меня мастер-класс заявленный про продажи, то и я считаю, что продажам невозможно обучиться, просто что-то прослушав. Продажам можно учиться только либо делая продажи, либо посмотреть, как другие делают продажи. Либо обучая продажам. Либо обучая продажам, но мне это не знакомо. Я предпочту вам полтора часа что-нибудь продавать, поэтому те, кто падают в обморок от продаж и от рекламы, ну, можно сразу на выход. Да, и все, уже Сергей. Вот, и сегодня будет, скажем так, вот я вам буду чего-то демонстрировать, а вы потом поймете, что это на самом деле была продажа. И мне вот жутко надоели стандартные презентации. И из заявленного все, что там было, кстати, кто видел пункты, кто видел тезисы к выступлению? Твои? Да, они были, они даже были очень вкусные. Но, а кто видел название? Хорошо. Я съел. Не сегодня, не сейчас. О, отлично. То есть всего два человека пришли на название. Вот для тех, кто пришел на название, я действительно могу рассказать, как собирать мероприятия на 500 000 в месяц. И это может быть и конференция, это может быть онлайн, это может быть и офлайн. И при этом иметь возможность путешествовать и сильно много не работать. Для тех, кто все-таки тезисы мог видеть. Из заявленных тезисов было следующее. Видеокопирайтинг и продажи со сцены – это приблизительно одно и то же. Два секрета правильной линейки КТК продуктов – ты этого тоже не знаешь. Один знаешь, второй не знаешь. Третье, как притягивать партнеров и технологию взрывного роста и клиентской базы. И вот скажите, из структуры, вот если быстрый опрос сейчас проведем, да, что вас больше всего заинтересовало? Два пункта, не больше, либо один. Давайте по очереди, Сергей. Взрывной рост и два секрета. Взрывной рост, два секрета. Угу. То же самое, я Егор, то же самое. Ну, мне тоже технология взрывного роста, наверное, ближе сейчас по задачам. Ага. Четвертое и третье. Это взрывной рост, как притягивать партнеров. Александр? Второй, четвертый. Два секрета правильной линейки. Ты, кстати, знаешь оба, мне кажется. Ну, в принципе, четвертый интересно. Я даже что-то второй назвать. Леша? Второй, четвертый. Второй, четвертый. Все равно мы все не успеем, поэтому я сначала прогоню продажу, да, пока вы еще свеженькие, а потом расскажу, отвечу на ваши вопросы. Лучше было бы, если бы ты сказал, а мне все равно, что вам интересно, у меня есть понятно. А мне, да. А теперь я все равно дам то, что я приготовил. Александр. Не-не-не, всем интересно второй, четвертый, окей, идем по первому. Да. Ну вы-то, как профессиональные бизнес-тренеры, должны понимать, что вопросы аудитории, что им интересно, задаются вовсе не для того, чтобы понять, как запрос. Вот видите, уже весело, да? Чтобы интерактив, включить их в процесс продажи. Абсолютно верно. Поэтому смотрите, как включаются люди в продажу. Вот на этом слайде. Представление себя, выбивание из транса. Ну, обычно выбивание из транса делается, есть такая формула, что выгода плюс выгода минус какая-то проблема, это выбивание из транса. Я вам сегодня расскажу, как зарабатывать 500 000 в месяц всего на одном мероприятии, не выходя из дома. Да, вот, пожалуйста, выгода 1 – 500 000, выгода 2 – всего одно мероприятие, и выгода 3 – не выходя из дома, либо путешествуя. Точнее, это снятие проблемы. Хорошо. Вот это выбивание из транса. Можно это самое, чтобы большое... не перерисовывать? Ты пришлешь презентацию? Да пришлю. Там немного слайдов, и они будут бесполезны, ты поймешь почему. Чуть попозже. Вот смотрите. Сейчас, дальше, как должно развиваться продажа? Я не знаю, когда это видео я уберу из открытого доступа, но пролежит оно недолго. И вам жутко повезло, что вы присутствуете на этом мастер-классе. Да? Скорее всего, вы уже посещали какие-то вебинары по инфобизнесу, по обучению. Вот вы-то точно. И наверняка вы знаете, что секретный секрет успеха, что надо писать по одной книге в год, выступать на конференции раз в квартал, и так 8 лет подряд, после этого вы станете экспертом. Ну это долго, извините, так неинтересно.
Есть гораздо более быстрые способы. И вот то, что вы пришли к кому-то, вот есть у нас видеозапись конференции, где Качалов выступил с прекрасным докладом, он всем понравился. Но суть его доклада сводилась именно к этому, что для того, чтобы привлечь клиента, у него доклад назывался «Как привлечь клиента в премиальном сегменте всерьез и надолго». И вот он рассказывал очень красиво. В конечном итоге короткая суть была такая. Пишите по книге, выступайте на конференциях, пишите статьи в журналы, давайте интервью, и так 8 лет подряд. После этого у вас будет экспертность, будет счастье. Да? И вот по большому счету... Кто доживет? Во-первых, кто доживет. Во-вторых, ну, это вода, согласитесь. Да? Вот то, что я вам расскажу, это не вода. Это реальная продажа. Это реальный инструмент. Он тоже так говорил. Нет. И совсем скоро вы узнаете этот секретный секрет, каким образом все это можно сделать на 500 000. Но сначала я вам расскажу одну историю, и потом вы поймете, почему это важно. И вот, вот это вот прелюдия некоторая, да, а потом пошло присоединение. Вот у меня большой-большой майндмэп есть, я вам потом его покажу. Ну вот, смотрите, вот то, что было до этого, это было вот это была небольшая прелюдия. Потому что умные люди говорят, все равно, о чем рассказывать первые 5-20 минут, все равно ничего никто не воспринимает, да? Поэтому у меня еще осталось минут 10, наверное, чтобы рассказать то, что в принципе не важно. Поэтому сейчас пойдет история Золушки. Маленький пункт из большого-большого майндмэпа. Я не всегда был таким. Раньше я был ботаником. И серьезным бизнесом занялся исключительно потому, что меня допилила первая жена, за что я огромное спасибо и респект. Раньше я работал в офисе, сейчас я работаю дома, совершенно спокойно. Многие инфобизнесмены говорят, о, ты можешь сидеть дома в трусах. Реально можно сделать и так. Вот так записываются некоторые видео из тех, что вы видели. У меня не было 4 бизнесов, один я продал, осталось 3. Один бизнес, самый первый у меня был, это разработка программного обеспечения на заказ. Это до сих пор работающее предприятие, прибыльное, успешное, там что-то 10 или 15, я точно не знаю, продал я его 8 лет назад. Осталась IP-телефония для юридических лиц. Есть проект Galloper CRM, простая удобная программа для автоматизации отделов продаж. И вот B2B базис, это дал... 2011 года для меня было хобби. Я вообще его как бизнес не смотрел. Потом, когда мы собрали с Мишей конференцию на 300 человек в январе прошлого года, я подумал, ух ты, а здесь, оказывается, деньги есть. С Мишей с каким? Рыбаковым. И в 2011 году я понял, что у меня есть 30 тысяч подписчиков, с которыми я раньше развлекался. Вот ты им что-нибудь напишешь, они что-нибудь отвечают. Я очень редко отвечаю в ответ. Потому что, ну, это не требуется, как правило. Когда человек задает вопрос, то потом, когда он начинает обижаться, почему ему не ответили, он свой вопрос вспоминает, у него все стоит на место. 4 стартапа я запустил, все живые. Я не был автором 2 патентов. Не был? Не был. Раньше не был. Я не выступал на одной сцене с великими людьми. Игорь Ман, мой учитель, Радмила Лукича, вы, наверное, знаете. Меня не приглашали на чужих конференциях, заметьте, не на моих. Я не был автором 2 книг. Сейчас 3-я будет уже бумажная. Кстати, книгу можно сделать за 1500-2000 долларов и 6 часов работы. Если интересно, потом расскажу как. И у меня не было в моей подписке 2500 бизнес-тренеров и консультантов. У меня есть 2 рассылки. Одна вебинар инфомаркетинг, вебинар для бизнес-тренеров. А вторая, как продавать услуги коучинга, тренинга, консалтинга. Вот суммарно, если взять все базы, уникальные имейлы, там 2500 имейлов. И на моей площадке B2B базис не обучались раньше 10 тысяч человек в год. 10 тысяч человек это не 10 тысяч регистраций на 10 вебинаров, это 10 тысяч уникальных имейлов, каждый из которых ходит иногда на десятки вебинаров. Кто знает, что такое вебинар? Кто не знает? Кто не знает, надо объяснять? Ну, это тот же семинар, только удаленном доступе. В браузере вы видите говорящую голову преподавателя с видео, все то же самое, мне кажется, даже более удобный формат, чем видео.
И у меня не было 30 бесплатных онлайн-курсов, не было 10 с лишним инфопродуктов, как часть из них вы видите на этом теннисном столе. Не было 45 тысяч подписчиков, которые подписаны на мои рассылки. Этого всего не было. Когда не было? Никогда не раньше было. Не было. Раньше это и я не проводил. 5 назад. Когда? А, 2 года не было назад. Я же говорю, вот 11... 2 года назад еще не было. Не было. И вот за 2 года назад было 20 тысяч подписчиков. В 2008 летом было 0. И я не проводил 10 конференций своих на 300-500 человек за 6 месяцев. Вот к вопросу, где мы будем делать конференции. Угу. Я 10 лет не был в отпуске. И не мог себе позволить на, вот, в любое время, когда хочу, на 3 месяца уехать и ничего не делать. И причем красиво уехать. Это моя фотография, это моя машина. И на бизнесе не сказывается, да? И на бизнесе, ну как видите, не сказывается. Все хорошо. И вот то, что вы сейчас увидели, это явная продажа. Но это маленький кусочек из продажи. Это вот история Золушки, так называется. Видите, какая она? Маленькая. А майндмэп, это вы видите часть майндмэпа. Я бы мог, конечно, дальше прогнать, но это бессмысленно, на мой взгляд, потому что вас интересует другое, да? Сам вот майндмэп. Смотрите, сейчас, по идее, после истории Золушки, это я даже половину одного пункта взял, должна быть история мечты. История мечты, ну вы приблизительно видели уже, как она, вот как-то так. Она тоже по формуле рассказывается, что как делается, и потом людям жутко хочется вот... А как же такое получилось, да? Там еще минут 40 надо рассказывать. Реально столько времени нету, поэтому давайте более конструктивно. И чтобы обозреть всю поляну бедствия, у меня есть 2 майндмэпа. Один майндмэп исключительно по копирайтингу, по видеокопирайтингу, по продажам со сцены. Второй майндмэп. Как же все-таки устроена система, которая помогла мне добиться всех этих замечательных результатов, которые вы только что видели. Так вот, смотрите, как интересно устроена жизнь. Вот видите, вот этот вот большой кусок, он даже на компьютере, там буквы очень плохо читаются. Ну понятно. Он мелкий. Так вот, вот то, что вы видите вот здесь, оно реально вот такое. То есть там дальше еще в 2 раза больше. Вверх и 2 раза больше вниз. 1, 2, 3, 4. В 5 раз больше. Информации в 5 раз больше. Один пункт, вот такой маленький, один пункт, занимает 10 минут. Поэтому супер больших секретов. И в принципе, вот я... возвращаемся к вопросу, так о чем же вам все-таки рассказать? Я правильно понимаю, что 2 флешки и 2 секрета – это 2 майндмэпа? Эти 2 майндмэпа я вам не дам по 2 причинам. Первое, что мне эти майндмэпы обошлись в 10 дней моей жизни и $5000. Андрей, мы сильнее. А вторая мысль, даже если вы их получите, вы все равно ничего не сделаете. Потому что вот есть самое вот. Кто занимается консалтингом? Коучингом. Да. Вот скажите, пожалуйста, когда внедрение больше и когда люди получают большие результаты, когда вы своим клиентам говорите, что вы с ними будете делать, или когда вы ему даете задачу на 1-2 шага вперед и все, и говорите, пока это не сделаешь, дальше не идем, и всю поляну. Что вы с ним будете делать, алгоритм не рассказывайте. Наверное, 1-2 шага только. Только 2 шага. Если вы клиенту говорите, что, как, в принципе, весь алгоритм, что ему нужно сделать, то он не сделает ничего. По 2 причинам, опять же, да? Первое. Он подумает, что это все вот так просто. Я и так сделаю. Зачем мне коуч или консультант? А второе. Оно же первое. Я забыл, что второе, честно скажу. Он совершенно верно. Он может испугаться, что так много. Это третье. Есть еще второе какое-то, но это не важно. По большому счету, вот эти 2 самых важных фактора. Первое, он поймет, что все очень просто, а второе, он поймет, что слишком много, дофига работать надо. Поэтому, если вы когда-либо соберетесь заниматься консалтингом, либо коучингом, никогда в жизни не давайте вот всю картину. Поэтому, когда я вам дам эту картину, у вас мотивация упадет ниже плинтуса, вы вообще ничего не сделаете. Вам нужно дать конкретные инструменты, маленькие, рабочие. И вот из таких инструментов, вот я думаю, наиболее мощный, 2 секрета правильной линейки. Вот Леша 1 секрет делал уже, как тебе помогло. Да. Вот. И, наверное, ну вот технология взрывного роста, там тоже, в принципе, все очень спокойно и нормально. Поскольку у меня уже остыл чай,
то я сейчас вам дам одно задание. Вот бесполезно слушать, вы дома это не сделаете, это надо делать сейчас. Причем это задание нужно сделать до того, когда вы поймете, как работает система. Есть волшебство в этом задании, что вы его делаете, а понимание, почему вот и что это дает и зачем вы это делаете, к вам может прийти вот либо сразу, либо в течение 2 недель. То есть есть у меня есть один вебинар на 1.5 часа, называется «Простое, но действенное упражнение для увеличения личного дохода». Одна тетка неделю не спала после того, как его посетила. То есть реально, у нее такой взрыв был, вынос мозга. Вот я сейчас постараюсь это то же самое с вами сделать. Смотрите. Мы закаленные. Да. Наш мозг стоит слабее. Смотрите, уважаемые друзья, вы это важно записывать. То есть возьмите все ручку, бумагу и записывайте. Потому что не в голове выглядит совсем по-другому, чем на бумаге. Выпишите цифру вашего текущего среднемесячного дохода. Ну, вот сколько там? 100 тысяч, 300 тысяч. Существующего. 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 Это лично вам в карман. Не на расчетный счет компании. Вам в карман. То, что можно пойти, потратить, проездить в путешествиях, либо купить что-нибудь себе прикольное. Выписали. Теперь выпишите рядом цифру, которую вот сейчас у нас февраль 2012 года. Сколько бы вам хотелось в месяц, как эта цифра должна измениться через год? В течение года. Через год. Через год. То есть у вас сейчас есть некоторая цифра ежемесячного дохода. Через год какой должен быть ваш ежемесячный доход желаемый? Что вы хотите делать? Это показывать никому не надо, естественно. Вот. А теперь ваша задача придумать продуктовую линейку. Это первый секрет, что должна быть продуктовая линейка. Потом я вам расскажу. Смотрите, как его делать. Кто-нибудь читал книжку Дэвида Мастерса «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги»? Просматриваю. Да. Только хотел сказать. Не читали, но просматриваю. Да, обложку видел. Рекомендую прочитать ее на треть и понять, что она безнадежно устарела. Но что там можно взять? Там можно взять принципы подхода к организации компании. Таких компаний в России нет. Я топ-2 глобальных не беру. Но тем не менее. Вот в обычном бизнесе департаменты профильные, функциональные, в функциональной модели управления называются департаменты. Там директор такого департамента и так далее. В консалтинге это называется практиками. Есть практика такая, практика сякая и так далее. Так вот. Ваша задача сейчас взять какую-то одну практику, но вот у вас есть много специализаций, веревочные курсы, продажи у кого-то обучение бизнес-тренеров и так далее. Вот возьмите одну практику, это называется практика, либо направление. Практика, направление, специализация. Ниша. Специализация может быть ниша, да, синонимы. Возьмите какую-то одну нишу, одну. Потом вы по аналогии сможете сделать все то же самое и для других своих ниш. Но сейчас мы делаем одну нишу. И выпишите, спроектируйте продукты из разного ценового диапазона именно для этой практики. Смотрите, вот здесь у вас должна быть продукт либо услуга, которую вы можете предложить рынку за сумму вашего желаемого через год месячного дохода. И причем, это мне нужно рисовать. Пересядьте. Выпишите, вот у вас должна быть в вашем портфеле одна услуга, которую вы сразу получаете доход ежемесячно. Причем таких услуг. Услугой сразу месячный. Сразу месячный доход, желаемый. Причем таких услуг вы должны быть способны отгружать в год 12. Что не так, что взял месячную и пашем 2 года. Это не та услуга, извините, это другая совсем.
Это могут быть разные услуги. Это могут быть семинар-тренинги, это могут быть конференции, это могут быть индивидуальное сопровождение, это может быть все, что угодно. Вот все, что фантазии хватит, вот что вы можете предложить рынку, это не важно, что у вас будет. Смотрите, что мы сегодняшний день, чем владеем и можем предложить рынку, или вообще виртуально? Вообще, в принципе. Почему виртуально? Вы проектируете сейчас вашу линейку продуктов, благодаря которой через год ваш доход будет тот, который вы запланировали. Сейчас же речь идет о специализации, о том, в чем мы уже как-то специализируемся. Значит, это уже существующее, а не... А я не говорил, что вы... Я же попросил выбрать нишу, неважно, в которой вы сейчас специализируетесь. Либо будете специализировать в течение 2012 года. Вы берете одну какую-то нишу и ее расписываете. Понятно, да? Причем первым продуктом у вас идет дорогой, который сразу месячный доход, и таких продуктов, таких услуг вы должны быть в состоянии отгружать 12 в год. Mm-hmm. Второй продукт должен быть по стоимости в 4 раза меньше. Вы сразу составьте себе таблицу из цифр, это просто нагляднее будет видно. Сразу делите ваш месячный доход, который должен получиться через год, на 4, на 10, на 50, на 200 и на 1000. Выпишите эти цифры. Они очень-очень важные, волшебные и так далее. Причем важно что понимать? Важно понимать, что таких 12 год вы должны быть способны делать такую услугу, вы должны способны отгружать каждую неделю. А не так, что продал там на четверть зарплаты и пашем месяц-два и так далее. Иначе вы никогда на этот доход не выйдете. Дальше вы придумываете такую услугу, которую вы способны отгружать 2-3 раза в неделю, пожалуйста, 50 раз в месяц, то есть по 2 в день, по 2-3 в день, 200 единиц, 1000 единиц. А вот дальше в такую услугу для практики Z? Смотрите, это я потом расскажу. Вы сначала выпишите хотя бы это. Задание понятно? Вопросы есть? Если вопросов нет, я пошел пить чай. Минут на 10 я вас оставляю. А если такой услуги нет, которая принесет желаемый доход в месяц? Сделай ее! Сделай! Действующая один месяц всего, только на ней надо работать один месяц всего. Должна быть линейка полная. Первый секрет, что линейка должна быть полная, простроенная. У вас есть 10 минут, после этого я вам расскажу, зачем вы это все делали, как это применять, и какие могут быть ошибки и секреты в проектировании линейки. Сейчас задача ее спроектировать, выписать. Если у вас дырки где-то в продуктовой линейке, то через 5 минут я приду и помогу вам их заполнить. Очень часто бывает так, что кто-то не может придумать дорогой продукт, а кто-то не может дешевый продукт придумать. И когда эти два человека сходятся, то и придумывают друг за друга, то получается просто идеально, потому что неважно, по-разному работает сознание. На дорогих продуктах что может быть? На дорогих продуктах может быть какие-то корпоративы, очень дорогой консалтинг, какие-то мероприятия, вплоть конференции и так далее. Вот это может быть в дорогих продуктах. Либо какая-то большая часть, большая-большая работа, которую делаете не вы, а кому-то вы перепродаете, аутсорсите и так далее. В дешевых продуктах могут быть книги, аудио, видеозаписи, вот суть вопроса, мастер-классы, суть вопроса, вебинары. Да, вопрос. Суть вопроса. Вот D, деленное на 200, это 30 дней, деленное на 200. Нет, D это сумма денег, это деньги. Это сколько денег у вас должно образоваться в кармане в феврале 2013 года. Вы берете эту сумму, делите на 200. Это стоимость единицы продукта, которую вы должны быть в состоянии отгружать 200 единиц в месяц. А, тогда 300 деленное на 200. То есть чистота оказывается. Я же не знаю вашу сумму. Набору. Здесь, я имею в виду 30 если, дней. Если речь идет, смотрите, здесь ежемесячный объем продаж, здесь сумма, деньги. Здесь объем продаж продукта в месяц, который вы должны в состоянии отгружать. 200 мастер-классов в месяц это, наверное, нереально. Либо можно это расценивать так, что 200 единиц участников вы обучаете, а это уже реально, вполне. На открытом каком-то семинаре. Либо вебинар, это тоже вполне реально. Либо видеозаписи чего-то вы продаете, либо какую-то технологию отделимую от себя отдаете.
И это что, я спокойно могу и... Вот, смотрите, у вас должна быть таблица такая. Деньги, рубли, доллары, неважно. Главное, чтобы в одних и тех же единицах все было записано. Коучинг. Здесь ежемесячный объем продаж. Здесь название услуги. В чем она заключается? Понятно. Коучинг.